На центральной площади и в Доме культуры города Куртамыш развернулось более 10 площадок для детей всех возрастов. Выбор оказался действительно разнообразным. Попади в цель для тех, кто хочет покидать дротики в мишени или пострелять из воздушки по кубикам. Золотые ручки для ребят, которые предпочитают оружию, яркие подделки из бумаги и ниток. Площадка-растяжка, где любой желающий мог измерить рост, вес и силу. Плетение кос у нас тоже мастер-класс проходит, заплетают девочкам косы. Работает психолог, мозаика настроения, у нас площадка открыта здесь, у нас площадка «Веселые нутки», с детьми поем караоке. Работает площадка «Город радости», там с дошкольниками проводится мероприятие развлекательное. Добавьте к этому веселую эстафету, возможность поиграть в шахматы и концертную игровую программу на сцене Дома культуры, где самые маленькие жители Куртамышского района пели и танцевали, получается большой веселый праздник. Его участниками стали более 300 детей, и каждый нашел занятие по душе. Я стрелял с пневматического ружья, ну и попал 2 раза. Но я рисовала на асфальте, делала поделки. И мне было очень весело. Да, хороший праздник там. Я тоже с воздушки стрелял, вон там, там какие-то игры были. Очень интересно. Да. Что весело. Мне запомнилось то, что рисунок так щекотно было и очень клево было. Не обошлось и без образовательной части. Сотрудник ГИБДД раздавал детям яркие листовки с основными правилами дорожного движения. Валерия Мельникова, Александр Менчиков, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».